разбирала соль, включаю. И переверните чай. Да. Все? Нет, это я был только на дымке. Бабушка на победу. Нет, это нечестно. Вот, у меня бы стоял на дымке. Я стоял вот на дымке. У меня на дырке стояла. Рука. Да. И вот все равно раз. Давай попробуем. Все, два раза. Мне надо 5 раза, как мне 5 лет. Ну, все. Бабушка. Тихо, чай, мам. 3, 4. Нет, я не упал. Ставим на стол. 5. Руку сломаю, но побеждаю. Все. Теперь хочешь, не хочешь, доедать омлет. Вот так. Нет, тебе на мой сыр. Давай, кушай. Теперь я ем твой чай. Нет. Я дам тебе чоколад. Какао. Какао. Чоколад. Давай, поскорее. Я люблю свой такой. Любимый. Мама, хватит. Нам с ним. Что мне надо? Бабушка, подумай, что мне на коричневого, сиреневого, подожди, и зеленый, и все. А какой ты думаешь? А что, ты еще сюда хочешь добавить? Да. Какой ты думаешь сейчас? А там же нет. Какой ты думаешь сейчас, бабушка? Я думаю, что здесь надо желтый. Бабушка, желтый я уже накрасила. Мишка, не кричи очень. Синенький он вот тут, он голубой. Вот этим, сиреневым. А у бабушки, посмотри. А тебе нравится бабушкина? Смотри. Да, мне нравится мой. Но ты не видел мою. Я видел. Это фабрика по производству ракушек. А тебе нравится мой? Нравится мой. Ой, когда синий очень красивый. Ну что снимать? Бабушка, а как мой, бабушка? Очень красивый. Ой, красивый. Я сделал голубой. Потом ты с глазами и сдавайся на меня.
Ой, как класс убежал тебе. Вот так быстро убежал от тебя. Куда вы плывете, скажите? За моря. За океан. За океан. На большой лодке. Это мои ноги. Это папка рулевой. Пап, скажи, куда плывет команда? Давай к дельфинам. К дельфинам. Куда ты? Не туда нас. Поворачивай. Куда? Вот туда же к дельфинам. Нет, там мы не видели. Тут люди на нормальных больших лодках, а мы плывем на своем надувном корыте. Близко к земле и без шума. Эй, а кто же это очки? Мама, это твои очки? Нет, это чьи-то чужие. А это подальше, брось на середину. На середину брось. Подальше, брось, подальше. Бросай, бросай. Может, с ним будет. Бросай дальше. Не вытирайся, не вытирайся. Не вытирайся от себя, не вытирайся.
Оскар. Пустой пляж. Море рядом цветет. Папка ходит как цапля. Помаши рукой в камеру, скажи привет, я во Флориде. Красиво красные трусы на синем фоне смотрятся. Все, выключаю. Сейчас батарея сядет. И картёшники опять продолжают. А вот наши апартаменты. Делаешь, скажи. Я сейчас ем брауни, я сейчас буду смотреть мультик про Мультик кино про Рим, да? Будем сейчас смотреть. Хорошо, а где ты находишься, расскажи. Гостиница во Флориде. Гостиница во Флориде. Что это? И он называется Эль Матадор. Самый последний. Самый последний. Хорошо. Ну, пойдем. Море видно из окна, из балкона. Да? Бабушка помыла клоуди. Миша, море видно с балкона. Бабушка у меня называется теперь дурачок. Ты все. Потому что когда она меня научила, как играть дурачок, она все время дурачок. Бабушка бедненько попадает все время в дурачки, да? И что это ее имя, дурачок? А ты все время выигрываешь? С балкона видно? Светлана Михайловна дурачок. С балкона море у тебя видно, лучше расскажи. С балкона, с одного, с другого, с одного. Не ломай, пожалуйста. Барную стойку. На каком-то этаже? На каком-то этаже, бабуш. Дурачок. На море почему? Светлана Михайловна. Она дурачок. Не хочет говорить, ей скучно, ей страшно. Да и дай йогурт. Ой, ужасно. Я тебе потом покажу тебя. Вот она, бабушка, красавица моя. Вот она. Вот такое платье у нее. Пижама под этой платье. Вот ее нос! Вот ее рот! Вот ее морщины! Вот ее мордика! Вот ее руки! Вот ее шишка! А ты мальчишка, хулиган! Вот ее тапки! Вот это она хулиганка! А где твоя комната? Покажи! Мама нашла, когда снять нас. Света включи, здесь темно, почему-то и страшно. Я кричу удочкой! Что он наделает у тебя в комнате? Что удочка делает в твоей комнате? Просто. А кто еще у тебя тут живет? Звери? Не всегда звери у меня живут. Я их раздаю. Раздаешь? Зачем? Что она, все поспали? А на удочку ты поймал хоть одну рыбку, расскажи. А, на болоте удочки бабушка неожиданно попала с рыбкой маленькой, купальник. В купальник? Вот так? И удочка не нужна, да бабушка купальником ловит рыбку. Ну, давай быстро доедай. Пойдем смотреть. И теперь мы идем смотреть.